Дорогие друзья и коллеги, питомник Йолопал Владимир Владимирович Ковальчук и я, Ромахов Андрей Вячеславович, приглашаем вас на выставку АППМ, которая состоится в городе Москве в августе месяце. Вот. И наше предприятие, как всегда, участвует и в выставках, и в фестивалях. И считаем, что это хороший такой вот двигатель всей той продукции, которую мы имеем. Вот, мы встречаемся там с друзьями, с коллегами, с партнерами, можем показать тот материал, который у нас есть, можем посмотреть на других, ну и себя показать. Ну и ценность данного мероприятия, прежде всего, в том, что проходит оно именно тот момент, когда наши растения находятся на пике декоративности. Вот, и еще вторая ценность, самое главное, это оценка, которую дадут нашим растениям наши коллеги. Вот, а мнение коллег для нас очень важно, и мнение профессионалов для нас очень важно. Вот, есть что показать, я думаю, не только нам и всем на сегодняшний момент, есть что привести. Начало сезона было сложное, вышли из этого из заморозков, вошли, сейчас жара у нас под 40, вошли в жару, но все равно профессионалы знают, как работать с растениями, для того, чтобы они не теряли свою декоративность, и как профессионалы предлагаем всем участие в данной выставке. Есть что показать, есть что продавать. Ждем и встречаемся на выставке в Москве.